ходе проводимых строительных работ в Аркадии прямо на побережье была выведена так называемая ливневая труба. Беспредел, учиненный нынешним руководством города, давно вышел за всевозможные границы. Прибрежная территория давно оказалась в частных руках. Застройка побережья в Аркадии продолжается, причем наглость застройщика и будущих владельцев зашкаливает. Сначала во время строительных работ пляж был полностью уничтожен, бетонные плиты разломаны. А теперь строители вывели прямо на побережье довольно сомнительную ливневую трубу. Одесситы обеспокоены тем, что труба для сточных вод может быстро превратиться в канализационную, как это зачастую бывает. Вот наше море. Вот наша канализация, в которой мы благополучно будем купаться, и все гости города-героя Одессы. Вот тут вторая труба идет. Все, все говно, все наше. Канализационная, скорее, труба. Я считаю, что да, в этот море, в Аркадию сливает все. Поэтому другого предназначения этой трубы я не вижу. Непонятно, что еще может быть. Строители, работающие на объекте неподалеку, уверяют, что трубу прокладывали не они, и отношения она к ним никакого не имеет. Но они на 100% уверены, что ни о какой канализации речи быть не может, и труба предназначена исключительно для сточных вод. А вот вы отверстие делаете, это для чего? Выход с моря. Ну, выход с моря, в смысле, тоже будет какая-то коммуникация, труба? Нет, просто дверь. А вон та труба, это ваша? Нет, а вот наша. А вот это все, это ливневки? Да. Ага. А канализация здесь нет трубы? Нет. Тут нас тоже будет делать канализацию. Вот та труба. Ни для кого не секрет, что у нас в городе сливается в ливневку. По-видимому, купаться в Аркадии отныне будет некомфортно, да и небезопасно. На городскую власть эта проблема явно не волнует. Сначала успешно была распродана прибрежная зона под застройку, а теперь лишают одесситов и возможности искупаться в море. Разве можно строить? Это никогда эту Аркадию испортили. Я житель здесь родился. И знаю этот берег очень хорошо. Такое загадили, это все деньги надо выколачивать. И строят все. В Аркадии строят кто хочет, что хочет и как хочет. А на какие-либо нарушения мэрия просто закрывает глаза. В данном случае подобного рода коммуникации всерьез угрожают экологической ситуации. Можно представить, какое будет состояние воды в Аркадии. Да и сложившаяся ситуация явно будет не по душе туристам нашего города. Вряд ли они будут ехать в Одессу ради того, чтобы искупаться в грязи и фекалиях. Такого позора в Аркадии не было никогда. Но с приходом Геннадия Леонидовича город постепенно превращается в клоаку. Денис Шацило, Сергей Коняхин, телеканал «Круг».